Здравствуйте, дорогие зрители канала Куплю Интернет и читатели сайта Куплю Интернет. Продолжаем вскрытие посылочек очередного прихода с eBay. На очереди вот такая вот замечательная коробочка, замечательного желтого цвета, в которой, по идее, должен находиться шнур Белкин, латенький USB. А цена у него какая-то очень смешная, порядка $5. Белкин известен своим качеством. Так он просто не хочет доставаться из коробочки и надежностью. Так вот, собственно, этот самый Белкин Стрелкин 11,8 метра, 6 футов, практически оригинальный латинг, ну, по крайней мере, оригинальный Белкин шнурок. Цена чуть дешевле $5 с учетом бесплатной доставки в Россию. Ну, здесь шнуры, которые поддерживают стандарт Apple-овский, начинаются где-то примерно от 1000 рублей. Нормальный, хороший, качественный шнур. Белкин тому не исключение. Он тоже стоит довольно-таки дорого. Ну, как же эта коробочка скрывается? Понять не так-то просто. Но расколоть орешек, знаю, нам поможет смекалка и сноровка. Так вот, собственно, коробочка вскрыта, и шнур появляется наружу. Давайте посмотрим на его качество исполнения. Ну, это USB, с ним все понятно. Главное, латинг разъем. Ну, на самом деле, похож на Белкина, что могу сказать. Исполнение качественное. Для $5 так вообще волшебное, я бы сказал. Качество шнура довольно-таки надежное. Но я думаю, практика использования в сибирскую зиму в машине покажет, насколько он оказался надежен. Ну, цена, повторюсь, волшебная. Очень удачный ценник. Спасибо за внимание, всего хорошего.